Заборы жилых домов в районе улицы Московская в городе Нарын построены с нарушениями. Строение отдельных домов расположено прямо на улице. Специалисты заранее оповестили нарушителей. На данное время все самостоятельно сносят строение. Мы сами решили навести порядок и снести заборы. Приезжал архитектор, и оказалось, что мы на метр нарушили нормы и перешли красную линию. Мы признаем это и решили сами снести. Все, кто нарушил строительные правила, правильно оценили обстановку. Нам сообщили, что мы перешли красную линию. Мы сами снесли и привели все в порядок. Раньше здесь был магазин. Хорошо, что все заасфальтируют, и всем будет удобно. По словам дорожников, из-за того, что жители затянули со сносом, работа по асфальтированию улиц также была приостановлена. Длина дороги 650 метров, ширина 8, из них на 6 метрах уложили асфальт. Отдельные строения за красной линией мешают ходу работ. У нас все готово, но опаздываем с графиком выполнения работ. Между тем, работники муниципального предприятия областного центра проводят разъяснительные работы среди населения. Остались 5 улиц, где строение находится за красной линией. Отдельных владельцев нет дома, другие пожилые люди. Все им объяснили, если они не снесут, то это сделаем мы. Но они хотят сами сделать это, чтобы использовать строительные материалы. По поручению главы государства в этом году в городе Нарын было заасфальтировано 4 улицы из 44. Усен Кульбаев, АЛАТО-24, Нарынская область.